Каждый год 19 января многие идут в церковь и спешат искупаться в проруби. В этот день православная церковь отмечает крещение Господня. Особенностью данного христианского праздника является освящение воды. Обряд совершается дважды, в сочельник, вечером накануне крещения, в храме и затем у водоема, где заранее делают прорубь для купания. Считается, что после этого вода приобретает особую целебную силу. Если же набирать жидкость в неосвященном источнике, то необходимо отнести ее в церковь и там освятить. Хранят воду в стеклянной посуде в темном прохладном месте. Многие полагают, что в освященную воду можно добавить обычную, и тогда та также станет крещенской. Ученые давно пытаются выяснить, насколько верны утверждения об особых свойствах святой воды. Так, журнал «Химия и жизнь» за 1970 год писал, что случаи исцелений скорее случайность, чем закономерность. При использовании в обрядах крестов и церковных чаш в воду действительно попадают ионы серебра. Но они обладают лишь легким бактерицидным действием. Поэтому, набирая жидкость из обычного водоема, вполне возможно получить расстройство желудка. Принято считать, что в день крещения все водное естество заключает в себя память о том событии, которое состоялось в водах реки Иордан. При этом речь не идет о том, что Христос освятил только иорданские воды, вся стихия воды приняла на себя Божье благословение. Поэтому можно говорить о том, что внутренняя память и торжество в этот день снисходит на все водное естество.